Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября, и, как говорится, засентябрило. Дождь. Люди с зонтиками ходят, пожалуйста. Мелкий моросящий дождик. И дождик-то не очень приятный, поэтому придется зонтик открывать. Сейчас я достану зонтик. Так, вот у меня зонтик. Я открою. Вот таким вот образом. И сейчас я его открою. Так, если такая штуковина есть, чтобы он выстрелил. Оп. Опа! Красота! Все, пошли под зонтиком. Так, скользко здесь, смотрите-ка. Ё-моё. Вот такой вот дождь якутский. Дождь. А в Якутске дождь. Но это хорошо. А то что-то говорили, что опять эти пожары там, то еще какие-то. Хотя сентябрь, какие пожары. Но что-то говорит, типа сухой климат нынче. И поэтому вот дождик-то только к счастью. Только к счастью. Смотрите, любуйтесь на эту красоту. Кстати, что-то тут делают. Тут Сбербанк. Они что-то делают у себя. Офис перегородили. Все, ё-моё. Очень тут интенсивное движение вот в этом месте улицы Дзержинского. Просто кошмарное. Смотрите, вот они едут. Засентябрило. А у нас засентябрило по-настоящему. Вот бабье лето кончается. И вот мы видим желтые у нас уже листья. Пожелтели листочки. Смотрите, какая красота. И дождик. Или можно еще такую песню спеть. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. О, тут цветочки какие красивые. Да, это точно. Каждая погода благодать. Ну и вот эта вот лужа, она здесь всегда. Вот тут сделали тротуар. И вот такая вот, я не знаю, это недочет, наверное, да? При вкладке, строительстве этого. Вот тут такая и вмятина, и всегда она заполнена водой. Это кошмар. Ну как такое возможно? Вот ходят лошади и гадят. Блин. А потом это все в воздухе. Конечно, лошади это хорошо, как бы, эти полицейские на лошадях, но... а тут у нас тоже лужа. Шикарная лужа. Так. Как вот так вот идти по бордюрчику. Тут тоже все так красиво сделано. Асфальтик, но... Блин, наступил. Но когда водичка... Тут, вот они. Лошади в Якутске. Смотрите. У кого еще в центре города ходят лошади? Видали, да? Якутская лошадка, кстати, вот видно, да? Она такая... такая коренастая. У нее вот такие... Грива такая большая. Хвост. И они такие вот это... приземистые. Вот, смотрите, на них какое-то клеймо. Кто их, интересно, отпустил? Да. Ну, что-то я вот здесь вот не видел еще лошадей. Они травку кушают, смотрите. Ну, интересно, да? Ну-ка, дайте-ка я с той стороны подойду. С той стороны подойду я. Так, пробираемся вот такими вот путями. Везде следы от лошадок. Так, сейчас мы вон туда подходим. По
Подходим к ним, смотрим. Везде. Да, я думал, кто это тут у нас следы оставляет. Во, этот аж забрался туда, на территорию. Но вы видали, да? Дождь, а им нипочем. Им даже зонтиков не надо никаких. Собирает, вот он травку кушает. А я не знаю, тут вот, конечно, эта травка, она покрыта, потому что дорога, да, какими-то она покрыта чем-то, покрыта нечистотами какими-то вот этим. О, он даже вот это вот ест. Смотрите, цветы съедает. Ой-ой-ой, надеюсь, не кинется на меня эта лошадь. Цветочки нравятся. Да. Ой. А что за стадо? Откуда оно, а? Цветы кушает, пожалуйста. Привет, лошадка. Привет. Как тебя звать? Цветы, ну, уже осень, в принципе, они не нужны. Вот, наверное, их... Это вместо дворников они выбирают здесь. А здесь это еще клумбу не убрали. А здесь, смотрите. Хорошо я зонтик взял. Вот можно ходить спокойно под зонтиком и снимать, кстати. Здесь вот эту травку. Прикол, да? Ну, где вы еще такое видели? Что прямо в центре города лошади ходили и вот съедали. Ну, я вообще-то одно видео снимал, как бы, недавно, да? Но это было по улице Поярково, да? Что тоже лошади там ходили рядом с... Ой, как он называется? Челбун. Да, красота! Вон они даже это... Едят. Цветочки. Так, подожди, они же опасные, они покусать могут. Да, могут. Я вот с риском и снимаю, поэтому. Пока не покусали. Да, вот говорят, что опасно. Он что-то там копытом своим гребет, загребает. Вот маленькая лошадка. Смотрите, любуйтесь. Куда они пришли. Так, еще надо на фотоаппарат пофоткать. Такое действие запечатлеть. Ну, ладненько. Поснимал я эту экзотику. Кто не видел, конечно. Их тут сколько? Посчитаем. Раз, два, три, четыре. Вот там пятая ходит. Темная лошадка. Ладненько. О, следующую клумбу. Витамины на зиму. Запасаться надо. Ой-ой-ой, что творится? Ладно, все. Ну, мы шлепаем дальше по нашему тротуару, у которого нету стока, и вот когда дождь... А вот я еще одну лошадь пропустил. Ё-моё, она тут спряталась вон куда. Здесь собирает. Угу. Вот и сколько здесь. Целый маленький табун. А в Якутске дожди. Лошади ходят по городу. Травку, цветы кушают. Так что вот такие дела. Ладненько. Такой небольшой сюжетик. Хорошо, у меня зонтик спасает. Поэтому удается поснимать. Ладно, все, всем пока.